Сегодня посредь бела дня на улице Отрадной, что в юго-западном цыганском поселке, неожиданно и как-то совершенно неотрадно, красным пламенем вспыхнул двухэтажный дом с гробами. Да-да, с гробами. От всех окрестных строений этот дом выгодно отличался бонусной опцией. Здесь производили деревянные макинтоши, деревянные бушлаты и так далее. Как зовут гробовых дел мастера, узнать не удалось, но давайте его будем называть в соответствии с канонами литературной классики Безенчуком. На этом, пожалуй, тему гробов можно прикрыть, ибо при съемках этого ролика ни один деревянный костюм на складе не пострадал, да и причина пожара с гробами вообще никак не связана. По версии мастера Безенчука, которого в момент воспаления дома не было, а находились там его жена и ребенок, предположительно коротнула проводка на втором этаже. Несмотря на то, что дом номер 72 снаружи выглядел красивым, отделанным сайдингом, внутри он оказался насквозь древесным. Это сразу же напомнило книжников и фарисеев, лицемеров, которых Иисус Христос сравнивал с окрашенными гробами, снаружи кажущимися красивыми, а внутри наполненными мертвыми костями и всякой нечистотой. Ну, это не в обиду дому сказано. Сравнение с гробами в данном контексте, конечно, уместно, но насчет костей и нечистот за этот дом ничего не скажу. Нет, просто он внутри очень сильно деревянный, как гроб. Обстоятельства, способствующие развитию пожара, это характеристика здания, это пятая степень огнестойкости деревянной конструкции, что осложняло работу пожарных подразделений. На тушение подавалось 4 ствола Б, работало 2 звена ГДЗС. От магистральной линии установлен пожарный гидрант. В момент прибытия пожарных подразделений из дома хозяева эвакуировались, в доме никого не находилось. Площадь пожара составила 130 квадратных метров. По прибытию первых пожарных подразделений было обнаружено, что открытым пламенем горит частный двухэтажный дом. И ранг пожара сразу же был поднят до 1 бис. Сложности в тушении пожара заключались в том, что в ближайших гидрантах было слабое давление, и не сразу удалось организовать качественное пожаротушение. В момент прибытия существовала угроза распространения, и ранг пожара был поднят до 1 бис. На данный момент идется разборка, проливка конструкции. Вечером поближе ко мне.